Всем привет, с вами Рыба Тейн Кинг, и сегодня поиграем в игру под названием Дурсик. Сегодня мы будем играть, опять проходить. Кто не смотрел прошлую часть, точнее, такой бета-часть, сейчас будет оригинальная часть, можно так сказать. Потому что следующее обновление это уже второй этаж, поэтому сейчас это, так сказать, финал первого этажа, и мы будем проходить его вместе с крестом. Ну, крест я, конечно же, не скажу, на кому я юзну, поэтому... Да. Давайте. О! Давай, отмычки. Да, отмычки давай берем. Отмычки давай спидраним, все. Отель. Let's go. Домик, здрасте. Все, давайте. Берем ключик. Собираем монеточки. Монеточки. Не, я богатый. У меня уже 80 монет. Откуда? Фига я быстро, конечно. Ну ладно. Джеффик сейчас будет очень доволен мной. Так. Значит, знаете, где находится крест? Крест находится в новых комнатах. Вот таких, как вот это, только с кроватями. Угу. Тут где-то Джек есть один, да? Но я не хочу это проверять. Так, нифига нету. Блин, сломано, жалко. Пятая комната, давай. Мне еще побольше бы вот этих дверей без номеров, а вообще крутые прям. Прям кейсы, вот прям сейчас может быть тут. А, ясно. О, зажигалка. Жига, спасибо. Лут. Так, сюда не надо. Вот тут у нас лут. Давай берем. Все берем. Когда копим 500, сразу идем... Не лутаемся, короче, потому что смысл покупать другие вещи. У меня уже две отмычки. Я, наверное, по пути еще найду отмычку. Отмычка у Джеффа 50 стоит. О, 100 монет. Ну, все, уже накопили почти на крест. Давай. Как картина называется? Пиратское убежище. Что я, ладно. Так. Спасибо. Теория. Спасибо, да, очень интересная теория. Давай. 8-я комната. Ой, какая красивая картина, не видел ее. Перч. Перчик, что ли? Так, 9-я комната. Да ты задолбал, где лут? Монстры, куда вы спрятали лут? Я ведь сейчас крест куплю и вас всех убью, пока вы не скажете. О, во, спасибо. Вот про такую комнату я и говорю. Тут есть вот... Вот тут крест. Вот тут крест вот может спалиться. Чё ты мне свет ломаешь, говнюк? Плати сам. Вот тут крест может спавниться, и вот тут тоже. Поэтому, наверное, надо сейчас проверить эту комнату, а вдруг тут крест. Ой, Джек! Капитан Джек! Тут, кстати, ключик может спавниться вот прямо на этой тумбочке тоже. То есть новая комната у нас имеет все новенькое, поэтому да. Бедный шкаф. Фу ты, шкаф. Полка. Давай. А, вот я говорю, отмычки. Вот я нашел их. Прямо. Зачем мне еще отмычки? Я не знаю. Поэтому уже нам 500 хватает. Либо мы покупаем там лампочку. Ой, фу ты, лампочку, фонарик. Либо витаминки. А вот отмычки уже не сможем купить. Поэтому 500 монет на заработаем сразу же. Тем более он может не продавать этот крест. Там 50 на 50 вроде. Станция, капитан Джек... Чем мне еще заниматься, я буду смотреть картины, понимаете? Это уж такая моя традиция. Давай. На стриме я тоже смотрел картины. Картина самая прикольная в этой игре. 19. Их как будто нейросеть создавала. Так, тут сейчас дюб будет смотреть. Я вам отвечаю, тут дюб есть где-то. Ну, дюб ты туп... А, нет. Глобус бы я сейчас крутанул, но нет. Давай монетки собираем. 390. 21 комната, да? Угу. Отлично! Вот это генерация! Вот это я везунчик, конечно. Ой, Скрич сейчас будет так рад. А, нет. Тут тоже как бы крест может быть. Давай посмотрим. Хрен тебе, конечно. Все, значит, нафиг мне этот крест нужен, а то мне сейчас зажигалка пропадет. Давай быстрей. Так, 22-я. Чего? Что? Ой, нифига я могу закрывать. Нифига, смотри.
Оп, 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 оп. А чё? А почему тут такая генерация? Тут, кажется, какой-то коридор большой. Ну нет. Чё, лошара, хочешь получить по... Звезде? Нет, нет, не хочет. Кш отсюда. О, картина, картина моя любимая, стой. Картина моя любимая. А! Поле. В бесфарме. Так, 25-е, скоро у нас сик будет. Поэтому вы без... Да-да-да, вот, здравствуйте, здравствуйте. Вы мне тут... Ой, блин, страшная картина с этими концептами и монстрами, да? Ой, ой, спасибо, 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 да? Винду? Не, винду очень редкий, поэтому ничего не заспавнится. Иди в жопу, глаз. А глазику... Так, тут нет ни монеток, все. Глазики, спасибо, я все вижу и так. Здрасте. Как дела? Да, блин. Сик, зачем ты за мной смотришь, я не понимаю. Он еще картины свои начал делать, прикиньте. Вот, вот это тоже сик, как бы. Вот это все сик. Зачем тебе столько вообще? Не понимаю. Я понимаю, это художник, да? Но зачем его детей рожать-то, я не понимаю. Так, оп. Здрасте. Это не картина, я знаю, что это сик. Жалко, что они какие-то не анимированные, это прям... Было бы прикольно, но... Ну ладно. Пусть так будет. Так, вот это я зафармлю? Не, ладно. Я капец долго, и нафиг это надо? Все, пошел отмычки юзать. Я тебе эти отмычки в глаз и в попу раз тоже дам. Здрасте. 670 монет. Да мне вообще можно целый магазин купить. Еще и задонатить ему на колледж, понимаете? Тэмми 2.0, можно сказать. Да здесь забрать. Да блин. Я тебе в попу раз. Отмычкой. И в глаз раз, окей? Да у тебя один глаз. Все. Ахахахаха, лошары! Дети! Понял. Все. Монетки собираем, наши монетки. Монетки никому не нужны, кроме Джефф. Зачем монетки вещи Джефф? Не, ему колледж нужен, но, блин. Витаминки. Ай-яй-яй, я понял, 36-я комната. Ага, не доскамишь. 36... А, нет, все равно одна, да? Не, вроде две. А! А, ты обосрался меня, что ли? Ну, блин, прости. Я не хотел. Ты что, дебил? Я тебя не видел ни вслепую, ни в жопу тоже не видел. Ты не псык. Так. Тумбочка, тумбочка тоже хорошо. А-а-а-а, лошара, я уже подхилился, понимаешь, какой ты... Ой. Какая комната? 38-я. Тут разделение всегда есть. 38-я. А, нет, ладно. Я думаю, это маленькая лестница. Нет, это большая, поэтому тут у нас одна комната. 39-я. Ага, лошара. Дождик. Спасибо. А картины все равно могу смотреть. Шарики и Дипнес. Почему? Три картины от концептских этих монстров, блин. Нет, это, конечно, круто, что разработчики видят концепт. Но, блин, они какие-то криповые прям. Так. Вот сюда и вот это сюда. То есть у нас три картины монстров. Ну, не считай Сик. Капитан Джек. А, нет. Хилка, хилка, хилка. Все, хилку взял. Лошара. У нас Капитан Джек, Дипнес, Гридинес и Квитнес. Это вот концепты как раз таки. Ой, три монстра концепт. Дипнес, Квитнес и Гридинес. То есть Грид, вот это вот белое лицо, так, 44-е, и вот этот Дип, который синий монстр. Ахаха! А, нет. Ну, боится меня просто. Опять шкаф. Не, нет, опять шкаф. Я угадал. Просто было темно, что я не увидел, что там шкаф. Вон.
Мне бы свечку, а то я не пройду последнюю дверь. Понимаешь, фигура? Фигура, ты понимаешь меня? Так, ну пока что у нас тут свет есть, поэтому давай проверим, есть ли тут крест. Я крест находил здесь, поэтому можете тоже проверять. Но в темноте не советую, это опасно. На вас может напасть какой-то паук с головой вместо жопы. Да. Так, опа. А, это лампочка сломалась. Не смешно. Все, 48-я комната. 48-я всегда вот такая почему-то, я не знаю. И тут сразу такая библиотека. Можно мне книгу? Можно мне книгу? Чего вы кричите на меня? А я буду тихо себя вести. Да что вы кричите? Я вам все верну. Не бойтесь. Вы мне свечку можете найти где-нибудь? У вас есть какие-нибудь магазины со свечкой? Вы кто? Можно мне работника, а не вот это вот? Музыка тут, конечно, такая себе, ну ладно. О, монетки! спасибо. Это я вам чиви оставил, но передумал. Не-не-не-не-не-не-не, я вам верну, я вам все верну, стойте. Чего вы? Чего? Я вам все верну, не бойтесь. Я вам все верну, стойте. Вам хорошо? Вам хорошо? Ладно. Китаналы используйте. Ой. Так. Вообще ни одной фигуры, отлично. Вообще отлично. Вот это рандом у нас. Так. Угу. Я там еще одну книгу видел. Тут я не смотрел вроде. Ага, вот я вижу. Квадратик есть вроде. Чё вам не нравится? Чего вам не нравится? Я вас книги беру, они мне нужны. Я хочу почитать у вас книжки. Я у вас книжки хочу почитать. Да ладно, посмотрим какой-то. А, квадратика нет, чё за хрень? Крестик есть? Какая-то фигура есть? Звездочки и кругляшка нет. А, и вот этот вот пятиугольник. О, тут же тоже можно фармить. Тихо. Так он отсюда пошел, зачем? Я не понимаю, что вам надо. Вы это слышите? Не, капец, у вас тут логово, 200 монет. Это я вам чиви оставлю, но передумал, окей? Не-не-не-не-не, ладно, я передумаю. Я потом верну вам его. Я вам уже сколько раз говорил, я верну вам. Вы не бойтесь, главное, я вам все верну. И книги тоже, наверное. Ну, они мне читать хочу просто, да, читать. У вас книги самые интересные. Вон какие-то там циферки, какие-то картины авторов. Ну, какие-то авторы у них крутые, кстати. Давайте. Лучшие книги на свете. Производство Китай. Так. Да что-то вообще книг нет, а вот. Есть! Звездочка осталась. Дай звездочку. Есть! А, нет, кругляшок еще нужен. Ага, кругляшок где-то я просрал. Не бойтесь, я вам все верну. Вы задолбали. Точно? Да, кругляшок есть. Ага, последняя фигура. Последняя фигура. Отлично. Отлично.
Чего вы смотрите? Вон присядьте, я не знаю. Книгу мне найдите, я вам... Я не могу ее найти просто, понимаете? А. Все, я уже сам нашел, вы мне не нужны. Так. Тройка. Тройка, шестерка, давай, мы ведем вначале. Тройка, шестерка, тройка в конце у нас еще. Один. Пять и один. Ничего, я вам все верну. Точно. Вы лампочки только свои не ломать. Я вот вижу, вы хотите их ломать, ну. Ну, что вы смотрите? Дверь как дверь. Ничего с ней не будет. Я вам обещаю. Точно обещаю. Дах ты, говнюк! Че ты радуешься? У тебя креста нет? Хрен тебе не колет. Все, пошел отсюда. Это все мое теперь. Лох. Радуется, смотри. Че, радуется? Охренел? Мне кажется, ты реально приохренел, мне кажется, да? Да, Гоблин? Не пытайся украсть у Джеффа, чувак. Ты заплатишь за это? Ты должен называть его Джефф Убийц. Или как-то там еще. Да, у тебя, конечно, лучший друг. Пивасик пейте, да, и удачи вам. 53-я комната. Чё ты меня на... О, господи, ну зачем мне такие генерации, блин, комнаты? Дайте мне новую комнату, мне там нужна свечка, да. Свечка, кстати, тут тоже может быть. Свечка тут единственная в отеле. А других свечек нет. Свечки. Свечки, причем спавнятся на начальных комнатах. И что-то я думаю, мы не пройдем без этой свечки. Либо у нас должен быть острый слух. Как думаете? Опять шарики. Даже не буду смотреть, я знаю, что это шарики. А, вот, спасибо. Сгореть бы. Ах, жалко, нельзя. Что это? Для зонтиков, наверное. Я все равно хочу полутать, потому что знаю, что может быть свечка где-то тут. Но не внутри, поэтому я зачем смотрел, не знаю. Так, вот тут. Тут свечки у нас нету, вот говнюки. Я там слышу дождик, опять, наверное, ключик искать. Нету свечку. Ага, нет. Показалось. Я думал, что там виду. Давай. Вот этот Джефф еще не продал мне с этим фонариком. Он офигел просто. Я вот уже думаю, что он не хороший продавец. Ага, хрен тебе. А, фонарик. Да ты охренел, мне кажется. Ну какие отмычки? Нафиг мне они нужны, я не понимаю. Windows, где Windows? Windows нужен. На видео. Поймать. 59. Ты чё, дебил? Ну ладно. 60-я комната. А я могу, но не буду. Это ужас какой-то. Хуже кошмара я еще не видел. Так что не это. Не пробуйте меня заставить это сделать. Я снял видео, только это не Дурс. Но я в Дурс не хочу играть. Вот именно в этот режим. Мне и так сыкотно, не хочу, пожалуйста. Оставьте меня в покое, не пишите в комментах. Ой, отлично! Сейчас целую минуту ждать, чтобы у нас свет включили. Эх, невезуха. Я знаю, что ты где-то здесь. Ага, спасибо за свет. О, прям на трубу. Чё тебе надо?
прям за другой комнатой, так сюда. И в жопу я тебя только сейчас отогнал. С другой стороны, да ты задолбал. Как пройти? Чё, не нравится Скрич? Когда свет включили. Сразу такой... Тихий! Или как-то еще изобразить такой писклявый голос. Все, пока, Скрич. Ты лошара. Так, сюда, сюда, сюда. Чё, не нравится? Да, еще потом... О, золотишко. Нафиг мне оно надо. 62-я. Ключик. Монализа нет, это квадрат. Квадрат. Опять поле. Опять золото. 1000 золота, куда? Свечку дайте, крест дайте, плиз. Да иди ты в жопу. Тут, кстати, фигура была, прикиньте. Либо это другой монстр, я просто не знаю. Тут какие-то когти, дерьмо фигуры. Либо другое дерьмо, не знаю. Но кто-то тут точно насрал, еще подрал все обои. Вообще непонятно кто. Возможно, новый монстр. Ой! Ни разу такой генерации не вижу, чтобы тут глаза спавнились. Ладно. Че вы смотрите? Че вам не нравится? Еще и пыльная дверь, блин, офигеть. Че ты смотришь, Сидик? Че ты смотришь? Я тебе отмычка сейчас вот так вот в жопу. Вот по глазам хожу, смотри. Опа, опа, не нравится, не нравится, да? Как ты еще не моргаешь? Убери свои глаза. Да у него ушей нет просто. Да. О, да, let's go. Let's go, давай, давай, давай. Я тебя разнесу. Капец, у меня из всего только 2 лута. Охренеть. Да это не везение какое-то. Я как обычно снимал, у меня все... То есть, когда я не снимал, у меня все там, вообще все отлично было. 2 раза прошел игру. А нет, сейчас вообще ни свечки, ни креста. Что за хрень вообще? Не знаю. Эту серию можно назвать без читов, типа. То есть без свечки и без креста, да. Ну, читы, ну, тут еще хилка. Но это не считается, это полная хрень. Из всех, кто может тебе урон нанести, это только скричи, дюп. Все. Но на дюпа я не попадусь, потому что я не дебил, да? Не ломай дверь. Опять золото. Куда столько золота? Можно без золота. Я и так богач. Миллионер. Да, глаза? Вот они еще мигают тут. Все, генерация его сейчас убьет. А я не узнаю. А у меня хилка. Ха-ха-ха-ха-ха, тупой дюб. Измазал говном все, да? Ай, блин. Ну, в принципе, страшно, но я и так знал, что тут дюб. Так что от него никак не сп... Куда, куда прятаться, прятаться? 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 Ух, за свет никто не будет платить, кажись, в этом отеле. 80-я комната, а свечки все еще нет. А где ключ? В тумбочке, что ли? А, вот этой. Все. Блин! Сейчас же амбуш будет! Говно! Ой-ой-ой. Ой, блин. Вот сейчас будет амбуш. Да. Его пофиксили, он какой-то теперь нормальный, как раньше.
А не как, когда вышла обнова, он так вот... Тур-тур-тур-тур-тур-тур. И потом через комнаты еще пролетал, через стены. Вообще непонятно, как работал. Все, спасибо. Ага, спасибо. 85-е. А, ладно, пофиг. Это холд? Да, это холд. Ну, здравствуйте. А у меня креста-то нет, у меня единственная ачивка на него осталась. А, нет. Да, это раш. А чё тогда до этого мигало? Ну, типа, просто за свет, наверное, не заплатили, вот я и мигала. Да? 88-я. Я-то не знаю, какие тут комнаты. 89-я. Дождик опять. А, да. Да-да-да. Может, тут крест будет? Да хрен тебе. Ну, блин. Сейчас же самое жесткое начнется как раз таки. Самые последние комнаты у меня свечки нет. И фонарик тоже заканчивается. Вот. Я про это и говорил. Я штуку включил свет, что тебе не нравится? Ну еще сейчас может активировать одного. Активировал? Самая страшная комната вообще в этой игре. Плюс в чат. Либо согласен в чат, то есть комменты. Согласен, если эта комната прям очень-очень-очень-очень страшная. Тоже скримак такой неприятный. Не хочу тратить. 97-я, кстати. Сейчас еще одного активирует, мне кажется. Сейчас активируют. Нет. Не активировал. Вали. 98-я. Тихо, 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 тихо. Я бы вот эти комнаты быстро бы прошел, если бы у меня свечка была. Так что разработчикам скажите, почему так долго? Все. Тут же он не спавнится вроде. Надеюсь.
Давай. Фигура. Посмотрим, на что ты способна. Фигура. Расскажу вам один секретик, потому что мне насрать сейчас как-то, что я выиграю или не выиграю. За вот этой дверью, если у вас есть крест, вы можете, вот когда тут фигура будет, пойдете туда, на лестницу, активируете крест, побежите обратно сюда. Тут, в этой комнате, находится лысый Карикрафт. Знаете, кто такой Карикрафт? Карикрафт — это ютубер. Я могу вам еще фотку его показать. Вот прямо вот такая вот там картинка висит. Без рофла просто, я реально говорю, там разработчики добавили ее вот сюда. Прямо вот тут она, сзади, вот, понимаете? Там фигура, и вон там вот еще паучки такие вот прям. И там вот сзади Крикрафт. Вот и все. Вот это пасхалочка. Ну а теперь финал. Прямо это человек с рукой так делает. Кобздец. Блин, ладно. Тихо, тихо, не-не-не-не-не, это еще не все, не выходите. Я-я-я. А-а-а, нет, 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 нет. Ну вы видели, да, ладно. Такой себе финал, ну ладно. В принципе, там ничего не изменилось. Касцена такая же, там такое добавилось. Касцена с огнем, можете его найти на ютубе. А так, еще внизу. Если вы найдете все батарейки, вы можете вернуться обратно, где там щиток. Лестницу вниз идете, там можно получить вот такой бейджик. Я его все еще не получу, потому что я сдох миллион раз. На вот прям таком же моменте два раза сдох. Вот сейчас еще второй раз сдох, да. Вот такая качивка там дается. И все. С вами был Robot Thinking. Там предмет нужно как бы положить, и все. С вами был Robot Thinking. Всем удачи и всем пока.